Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского поселения Видное, на котором присутствовали все 20 народных избранников. Первый докладчик – глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов, который представил отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года. Кто за то, чтобы принять к сведению отчет, прошу проголосовать. Кто против? Большинством голосов народные избранники проголосовали «за». Важной темой стал вопрос о приведении устава городского поселения Видное в соответствии с действующим законодательством. По состоянию на ноябрь 2017 года по нему предложены основные изменения в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Но, тем не менее, необходимо провести еще как минимум одно заседание нормотворческой комиссии, чтобы доработать устав полностью. По данному вопросу депутатами было решено следующее. Проект принять 23 ноября, в следующее заседание. После этого назначить публичные слушания, провести публичные слушания по проекту и потом принять его окончательно и опубликовать. Далее народные избранники перешли к вопросу об утверждении кандидатур председателей постоянных комиссий. Все 5 предложенных претендентов не вызвали нареканий и большинством голосов депутаты проголосовали «за». Согласовали депутаты и график приема граждан, который будет опубликован в газете «Видновские вести». Депутаты обратили внимание на остро стоящую проблему с вывозом мусора. Народным избранникам поступает множество жалоб на растущие повсеместно горы мусора. Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава городского поселения Видное. Состоялись конкурсные процедуры, выбрана новая компания «Арктика». Показано положительно. Сегодня эта работа началась. Осталось только набраться терпения, в том числе и по стихийным свалкам. Есть вывоз мусора со дворов, мусорные контейнеры, есть стихийные свалки. Моисей Шимаилов выразил надежду, что проблема с мусором будет решена в самое ближайшее время. Следующее заседание Совета депутатов городского поселения Видное должно состояться до конца ноября 2017 года.